Скульптуры Дашина Амдакова на время оживут в галерее современного искусства, правда, не в буквальном смысле, а с помощью пластического этюда участников школы современной хореографии. Девушки больше месяца тщательно прорабатывали образы трех скульптур известного автора, которые этим летом пополнили коллекцию музея. Живую инсталляцию одними из первых увидели Александр Гаврилов и Артур Ращупкин. Обнаженное слияние и спящая амазонка. Эти скульптуры символизируют в себе сразу несколько мировых культур и женских характеров. Внезапно они оживают на глазах зрителя. Все один пластический мини-спектакль в роли спящей амазонки Валерия Наумова. Поскольку характеры сильных героинь она воплощает часто, создать женственный и воинственный образ девушке труда не составило. Достаточно легко ее прочувствовать, потому что у нее голубой цвет, действительно ощущение, как будто бы она откуда-то с морского дна, ощущение, что она одновременно и воинственная, и очень нежная. Это как раз, может быть, откликается во мне к теме о том, насколько сильной может быть женщина, и насколько сильной и воинственной может быть, в принципе, любая сущность, амазонка, как воплощение вот как раз этого женского начала. Раскрывают сюжеты скульптур Дашины Амдакова девушки в современном этюде. Танцовщицы, чтобы погрузиться в своих героинь, изучали много материалов, после чего приступили к репетициям. Процесс разделился на две части, то есть были какие-то конкретные постановочные моменты, которые именно задавались мной как хореографом. И была такая очень большая импровизационная работа, то есть именно погружение девочек в образы, они сами изучали эти скульптуры и придумывали какие-либо движения, то есть выражали их образы через пластику. Занимательная история и у самих произведений. Идея их создания пришла Дашине Амдаковой в Лондоне, а отливали их уже в Италии. Скульптуры – симбиоз европейской пластики и азиатских традиций. Женские образы дополняют друг друга своими противоположностями. Все это можно проследить в танцевальном этюде. Их в галерее надеются делать как можно чаще. Я думаю, что такая тенденция будет продолжаться. Мы будем дополнять наши выставки различными мероприятиями и с помощью спектаклей, перформансов пытаться рассказать историю, которую закладывал в свои образы художник. Погрузиться во внутренний мир героинь коллекции изнутри гости галереи современного искусства могут уже в эту субботу, 24 сентября. Кстати, в дальнейшем участницы хотят показать его самому автору произведений. Александр Гаврилов, Артур Ращупкин. Новости сейчас.